Battlefield 5. Начало. Тихо, тихо, тихо. Давай, выстрелю тебя. Выстрелю тебя. В атаку. Вот он ты. Все по плану. Все так и должно быть. Смену. Да. На более интересное оружие. Так, ползем, ползем. Сейчас мы с пулемета их всех положим. Гранату. Ой-ой-ой. Это пулемет же. Пулемет. Давайте, давайте, давайте. Я один за вас отдуваться не буду. О, здесь вот, да? О, вот он стоит. Так. Ну вот у меня еще. Есть. Что-то быстро у меня патроны-то кончаются. На. Бук. Мне что, думаете, жалко, что для вас патронов? Да ни в коем разе. Ой, кто же нам едет? Давай. Танк. Ну вот, собственно, начало игры. Да, вот так вот. Неплохо так бомбануло-то. Ладно, давайте перемотаем. А хотя нет, это... Ой, так хотелось бы перемотать это ознакомление. Давайте перемотаем ознакомление, потому что вот эти мини... Как я даже сказать? Мини-миссии, или как они правильно называются? Ни туда, ни сюда. Тихо, тихо, я вижу, вижу, вижу. Попал. Попал. Куда попал, неизвестно. Главное, что попал. Мне тут кажется не важно, куда вообще попадать. Игра вот этот и так пройдет. Ой-ой-ой. Ну-ка, кто там? Кто-то был? Да, кто-то был. Кто-то по мне стрелял. А теперь я стреляю по ним. Раньше они по мне стреляли, а теперь я по ним. На. Должен был взорвать. Да, попал. Ой, куда я попал? Вот так, на. О, неплохо. Все-таки не зря в танчике, да, рубился-то. Навык есть. Так. Кто там остался? Я видел, ты там бежал. На вышку. Ой-ой-ой-ой. Ну, по сюжету так и должно было быть. Технологии развивались быстрее, чем люди успевали. На наши, ваши. Это не имело значения. Конечно. Давайте сейчас немножко постреляем, поснайперим. Для нас это дело-то, ой, привычное. Смотрите, тащутся толпой твари. Вот так вот. Где там докторишка? На, в шею. Перезаряжаем. На. Перезаряжаем. Вот он. Докторишка это был? Надеюсь, был он. Вот, смотрите. В белых касках. Миротворец тоже мне. А, только каска вверх взлетела. И вот так будет с каждым. Давайте, подкрепление должно было прибыть. Правильно? Правильно. Вон оно. Тихо, тихо, тихо. Я сделаю вид, что меня нет дома. Пусть самолеты мимо летят. Летят самолеты. Салют мальчишу. Плывут пароходы. Салют мальчишу.
Идут пионеры, мальчиш, лох. Ну как-то так вот самолет прилетел. Меняется локация. Я теперь на самолет, наверное. Все верно. Теперь поистребим. Как правильно сказать? Поистребим. Да. Полетаем. Германия, 1943 год. Господи. Во всех этих эпохальных войнах, что ли, побываю, в годах. Так, где тут? Как? Ой-ой-ой-ой. Что это за управление-то такое? Так. Я не вижу вас. Вон он, вы. Ой, господи, это управление, хрен разберешься. Так, мне что, надо сколько-то подбить? Или сколько-то выжить надо? Ой, так, тут мышь в основном играет роль. Так, давайте повернем. Где тут повернуть-то? Давай еще немного. Вот так. О, так я приблизить еще могу. Так, ну-ка, давай-ка еще разок. Где-то вот так. Хоть кого-нибудь. Давай, я должен кого-нибудь сбить. Ну, никого не сбил, но не очень-то и хотелось. А вот меня, по ходу дела, сейчас собьют. Давай. Эспада. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Целая армада пролетела мимо, господи. Но я еще никого не подбил. Кручусь, верчусь. Воздушный бой. Так, куда? Где? Вот, видел, вот он. Давай, хоть в кого-нибудь. Есть? Надеюсь, есть. Или что, или мне надо ждать, когда меня собьют? В чем смысл этого воздушного боя-то? Попасть я ни в кого не попаду с таким успехом. А по мне это стреляет. И очень даже хорошо стреляет. Так. Ого, вот. Нет, сзади. Один из них меня преследует. Ну, по идее, так должно было быть. Иначе как бы меня на землю спустили. Откуда исходила опасность, было важно. Угроза смерти сплотила всех. 1944 год. Нидерланды. И опять танки. Так, а я-то пешеход. И у меня пистолет. Я бы крутой хулиган. У меня есть наган. Да, на войне только с пистолетом вот только и ходить вот. Что за дебилизм? Насколько помню, он вроде только командиром нужен был. И все. Солдатам он без надобности. На. Банк, все. Следующий. Давай, кто у новенького? Вот я где-то тут видел тебя. Тихо. Вот. Так, сойдет. Давай. Ой, я из зоны действия вырвался. Из зоны действия вырвался. Ранен. Спасайте меня. Нянек позовите, врачей позовите. Всех зовите. Пока меня один тащит, второй по халам работает. Хочу в комфорте перемещаться.
Самое презренное место. Ну, конечно. А это что заставило нас взять оружие и идти в бой? Что нас заставило идти в бой? Сила чьей-то невидимой руки? Да, конечно. Ну-ка, дайте мне оружие. Я сейчас отстреливаться буду. Где этот дурацкий пистолет? Только мы не застрелимся, мы будем отстреливаться, не перепутайте. И баум, гам, баук. На. 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 Попал. Вот так. Господи. Ну, ладно, были готовы к этому.